Привет, это канал Стейкхаус. Сегодня я закупился лимонадом для того, чтобы вместе с вами протестировать вот эту штуку, которую я нашел на Алиэкспресс и уже заказал ее. Это открывалка для бутылок, просто надевая ее сверху. Внутри находится механизм, при нажатии на который крышка открывается. Давайте сейчас все это протестируем. Насколько это вообще удобно? И нужно ли вообще? Окей, берем открывалку и надеваем ее сверху на бутылку. Крышка моментально снимается. Сразу же остается на открывалке. Здесь есть небольшой магнитик, который ее удерживает. Давайте еще раз. Берем вторую бутылку. Вот так, смотрим, не сильно надавил, нужно посильнее и порезче. Раз. Ха, сработало. Попробуем порезче ударить. Раз. Так, что-то застряло. Еще раз. Ха, на второй раз сработало. В общем, нужно приловчиться. Вот такая открывашка с Алиэкспресс. Насколько это удобно? В принципе, удобно. Но остается один вопрос. Зачем, если ты не какой-нибудь бармен, и тебе не нужно открывать по 10 бутылок в минуту? Чтобы один раз удивить друзей, сгодится. Бутылку можно открыть любыми подручными средствами. Например, вот этой зажигалкой. Смотрите, какой сейчас будет хлопок и эффект. Оп. Не забудь подписаться, поставить лайк и написать комментарий. Увидимся на канале.